Всем привет, всем добрый вечер. Знаете, что я удумала, пользуясь случаем? Не я буду, а сестра будет из меня делать богиню. Сейчас она, видите мои ручки золотые? Сейчас она с них будет делать... Конфетку. Конфетку, да. Ну а как, глупо было бы остаться мне без маникюра? Я последний раз-то когда с ним ходила? Больше года уже. Последний раз, да, я один раз здесь делала, но это... Все равно не то. Потом увидите результат, что мы там натворим. Вот у нас такая рабочая атмосфера. Мастер у меня в перчатках, все как положено. Очечи, перчатки. Все как положено. Такой у нас стол. В общем, будем работать. Сегодня же были в Таире, Таня там набрала себе много новых лаков. Вот я уже сижу и думаю, блин, какой интересный цвет мне выбрать. Хотя у меня у самой-то здесь три коробки полные забиты, но хочется же всегда чего-то новенького. Ну, у тебя там, по-моему, все светлые, да? А я бы хотела темные. Красный, ну, это светоотражающий, такой красный. Ну, ты красивый. Же только светоотражающий брала, да? Ну, вот я думаю, надо что-то новенькое сделать. Ну, посмотрим. Может, и красный сделаем. Он такой, как... Мерцающий. Мерцающий. Там еще прям блеск видно, да? Как будто это... А, ты еще какую-то посыпку там брала. На любой цвет сыпется? Да. А, ну тогда ногти будут такие шершавенькие, да? Не, ну можно перекрыть. Ну, просто она же серебряная, и будет цвет изменится. Будет под серебром. Ну, короче, сижу вот и думаю, что делать. Как сделать? Пока не знаю. Ты расскажи, откуда у тебя все к маникюру. Все готово. У меня здесь как в салоне же, смотрите, и стол, и лампы, и все вот эти принадлежности. Аппараты. Ну и аппараты, ну в общем все есть. Все я закупала тоже. Планировала работать мастером, но пока вот что-то не судьба. Пока так и не работаю. Некогда, у меня огороды, хозяйство, курочки мои. Пока, в общем, не работала. Но все есть у меня. Так что грех было бы не сделать, когда все. Эту щетку такую плохую я тебе дала, да? Нормально? У нас небольшой перекур. Искали формы для наращивания. Они у меня тоже оказались, что есть. Вот такие формы будем наращивать. Это нормальные уже, да? Да. И они новые были, ты их скрыла или нет? Ну, я не знаю. Я крышечка легко открыла. Ага. Сейчас покажу, сколько у меня этого добра всякого. Так что здесь, что хочешь, можно найти. Еще как бы определенного места нету. Пока все так у меня стоит. Надо вот заняться, может быть, мы даже завтра займемся. Вот эту, да? Завтра, может быть, даже займемся, с Таней переберем. Она мне подскажет, что выкинуть, что оставить. В общем, наведем марафет, что ей, может быть, отдам. Такое, что... Все равно лежит все. Есть. Фиксировать, прежде чем... Что за фонарик? Такой, вот с таким светом. Фиксируешь форму, а потом уже откроешь. Нифига себе. Сейчас посмотрим, что у нас с полигелем. Скоро с моих колбасочек будут элегантные ручки. Просто у нас неорганизованность, потому что все лежит как попало, ничего не подготовлено. Ну вот пытаемся, то найдем, то это. Потихоньку процесс идет. Сейчас нашла она какой-то полигель там, сейчас посмотрим, какой пальчик получится. А у тебя там чаще на наращивание приходят, нет, или на... Нет.
чаще обычная геймлак. Угу. А что за дизайн его сейчас делает? В тренде, так сказать. Да, сейчас минимализм в тренде. Мало. Что делаем? Ну как это так? Я уже хочу по полной, как цыганка. Угу. Я так и подумала. Подожди, не видишь, надо фиксация. Мне нужна лампа. Может, ты ее вот сюда на полочку мне поставишь? Мне же надо держать. А, вот так надо? Угу. Нормально все? Угу, давай досушивай. Так, второй пальчик. Давай я буду вымерять, какую форму у меня на второй пальчик. Потухла лампа. Вот мама собирает своих детенышей и партиями уносит в кота-дом. Да, они вон сопротивляются, знают, не хотят, куда их уже. Не хотят идти. Я Василису тоже уже отнесла. Черника дома еще, а Анфиса гуляет где-то. Анфиса, ну она может сейчас придет. Давай, дед, мне палку надо. И тебе. Угу. Ну, смотри, сама. Угу. Так, у нас идет процесс работы. Смотри, дочу. С цветом до сих пор так и не определились. Сижу, блин, думаю. То ли своим-то что-нибудь накрасить и дизайн сделать, то ли что делать. Не знаю, девочки. Не знаю. А чурочка, да, тетишка видео снимает. Давай потом. Угу, угу. Сейчас можно я покажу? Нет, здесь свет неправильно ложится. Ну, в общем, вот так пока как-то. Сейчас ёмко. Да. Это еще черновая работа. Ну, черновая, но все равно уже вон какая. Все, давай, садись. Мне же не терпится. Так, ну вот, девочки и мальчики тоже. Выбрала вот таких два лака, но еще не определилась, какой точно. Голубой или сиреневенький. Не знаю, пока думаю. Вот такие вот у меня уже на каточечке. Еще хочу дизайн какой-нибудь. Сижу, думаю пока. Так, смотрите, что у меня получается. Не знаю, от цвета, как видно. Лампочки, не знаю, как повернуть, чтобы лучше было видно. Ну, вот такой вот. А то красный, красный. Вот мне потом все говорит, ногти красные, такая деловая. Я не хочу, я хочу синий. Синий я хочу. Пипец. Девочки, цвет огонь. Не знаю, блин, от ламп видно ли, или я неправильно под цвет подставляю. Да, направь сюда. Смотрите. Обалдеть. Обалдеть. Ну, теперь все. Какой мне уголь? Теперь я смело могу говорить. Ну, знаешь ли, это уже чересчур. Я за углем, а мой маникюр. Сейчас мы еще найдем белую красочку. Вернее, нашли уже. Надо найти еще кисточку и будем рисовать кое-что. Сейчас увидите. Оставайтесь с нами интересно. Наверное, да. Может и нет. Да, наверное, новая, да? Не похоже, да. Так, красочка. Я сама уже не знаю, краска там хоть не засохла. Нет. Нормально, волосинка на апельсиновой палочке. Дай уберу. Угу. Пушочек какой-то. Угу. Пушочек. Сколько времени-то у нас уже? Время у нас без 10 час, мы сидим маникюрим. Сейчас еще пойдем чай пить. Ночные жители.
как же. Ну давай, Малевич. Малюй. Малюй. И собаки не спят, тут возле нас крутятся. Все в ожидании чуда. Чудесно. Готово. Вот видите, мы нарисовали такую веточку. И вот так. Теперь я точно деловая колбаса. Завтра достану свой ларец волшебный, найду свои колечки. В комментариях там все смеялись, что у меня ларец есть. Сказала как-то, что у меня свой ларец есть. А мы тоже сейчас чай пойдем пить. Еврик тут тоже у нас в ногах с нами маникюрит. Так, нужно еще вот это так все вытереть. Смотри, что. Не знаешь, спирт? Спирт надо? А вот же Таня стоит. Вот. А, да? Так что вот, девочки. Маникюр мне делал мастер с 8-летним стажем. 8-й год. Еще нету 8 лет. Ну тут как 8-й год? Ну с 14-го года. Ну все равно 8-й год, но уже все равно с 8-летним. Еще до этого год и так самоучкой пилила Алине там и всем. Нет. Все, я вру? Ты врешь. Ну ладно. Чуть-чуть приукрасила. Но все равно она в своем городе считается очень хорошим и дорогим мастером. Просто так к ней не попасть. Мне, в общем, повезло. А что это? Хотела сказать, мои подписчики ходят к тебе кто-нибудь на ногти? Нет, наверное. Нет, наверное. Дипломов у тебя там, я не знаю, сколько, штук 26, наверное, когда я была, еще не были. Вообще у нее вся стена в кабинете завешена. У нее свой кабинет оборудован такой хорошенький. Ну, часто, да, год по нескольку раз повышаю квалификацию, новинки. Последний раз вот она отучилась на какие-то кератиновые ногти. Представляете, стоит, стоит они у них 4000 за процедуру, да? Ну, это как типа наращивание же они идут, да? Также коррекция потом. А коррекция тоже, каждая коррекция 4000 стоит? 500 рублей поменьше. Это 500 рублей, ну, длинные, а такие коротенькие, 3,5. Когда совсем коротыши приходят, 3000 беру. Ну, в чем заключается? Расскажи, вот, допустим, чем оно отличается от просто... Ну, это новинка, это уже придумала Наяда, Наталья Степанова, новые технологии. Они очень тонкие, они очень прочные, ими даже фисташки открывают, и они не ломаются. Ну, то есть намного прочнее, а тонкие как натуральные, ближе к своим. То есть их не отличить. Вот, вот досмотришь по толщине, по ощущениям, они вот прям тонюсенькие, как будто свои, да, да? И в то же время они очень хорошо держатся, носятся. Таня, а материал для них в любом магазине уже продается, нет? Нет, материал только у нее, она сама, вот эта Наяда, она, ну, у нее свой бренд, и она продает только своим ученикам, и только по, когда ты прошел обучение, дорогое у нее обучение, 3 месяца я училась. Ну, дорогое это сколько? Вот онлайн-формат сколько стоит трехмесячное обучение? Это сейчас я вам скажу. 27-29 тысяч, это когда я училась, я попала во второй поток всего, да, первый не успела даже, хотя сразу заявку дала, а потом, по-моему, на 10 тысяч подорожала, она мне уже говорила, что
вам повезло, как бы вы попали еще по низким ценам сейчас. Но это онлайн обучение, а офлайн обучение вообще очень дорого, до 100 тысяч. Ужас. Да. Но мне нравится онлайн учиться, так как я могу пересматривать эти уроки много раз. Да, мне тоже, кстати, онлайн нравится. Угу. Особенно, который с пожизненным доступом. Ну, там не с пожизненным, 3 месяца в доступе было, но за 3 месяца можно столько информации перелопатить. И сейчас стол падает. Ага. Ну, вот. Угу. Училась, и вот она дает при... Я не договорила, когда ты закончишь обучение, когда пройдешь, и там не так просто, не то, что ты там лекцию прослушал, тебе выдали диплом, да, нет. Там обязательно сдача экзамена, обязательно фото со всех ракурсов, ну, связь 24/7, можно сказать так, да, с преподавателем. Вот она все это приближает в хорошем качестве, смотрит все до мелочей, видит все, где какой косячок, где не так, где, в общем, подсказывает. Когда она уже, она очень такой, рекламу, наверное, ей делаю, она очень строгий такой учитель. Преподаватель. Да, строгий в плане спроса работы. Она говорит, что работы левой ногой она не принимает. То есть этим все сказано. Ну и цены поэтому нет такие. Там, да, наверное, материал, материал только вот по окончанию обучения выдается код тебе. Код, ну, с цифрами, с буквами. Ага. При покупке ты его предоставляешь, и по нему тебе продают этот гель. Слушай, Таня, а еще в вашем городе есть такие мастера, нет, которые делают? Нет, ты одна нет, пока? По Питеру есть. Я смотрела в ленте, нет, по Питеру несколько. А так? Ну, активно учатся, видишь, сейчас уже там, угу, по-моему, 6-й поток уже учится. Но все равно ты немножко начала с ними, ой, недавно начала, и уже говоришь, у тебя уже есть клиенты на эти ногти, да? Да, наверное. Ты маслицем-то мне будешь мазаться? Не знаю, не могу так сказать, но, наверное, 5 клиентов точно я взяла уже, да, на это наращивание. Угу. Ну, говорят же, что на любой кошелек клиент находится. Вроде как 5 клиентов, да, мало. Ну, так-то база у меня большая, клиентская. Человек, наверное, 80 у меня есть клиентская база. Ну, за столько лет, понятное дело. Угу. Работаю. Молодец, хороший делаешь. Ногти просто огонь. Завтра меня никто не узнает. Приодену колечки с ларца. И буду форсить. Ой, спасибо большое. Вот, смотрите, сколько у нас времени. А мы вот что сейчас будем делать. Пирожочки подъедать. Пирожочки, чаек у нас здесь. Что-нибудь сейчас. Что-нибудь, колбаска, сырок, что-нибудь будешь? Я, наверное, буду, знаешь, что? А нет, не хочу я это. Тортик хотела, то думаю, нет, не хочу я, он такой слишком сладкий. Все, ждем. Такую гору пирожочек поприкладывали. Было 2 чашки, вот все, что осталось. Правда, много, мы же не втроем, не вчетвером, не едим. Мужчины заходили, кушали. Да, мальчишки кушали еще. Те, которые там ремонт делают. Все. Поэтому я подумал, будет, что мы втроем. Очень любим кушать. 2 таза приходовали. Ну, много, все равно много. Добрый день. У нас уже наступило утро второго дня. Нет, как мы чай ночью попили, я имею в виду. Я же продолжаю видео вчерашнее. Поэтому сегодня погода у нас испортилась. На улице сильно похолодало. Мы идем прям в шапках. Ну, я в шапках, Таня в капюшоне. Даже вышли. Шапки пододела. Я пока улицу снимаю. И это. Идем. Как сани хотим зайти и идем в магазин, хотим купить все-таки пижамки, которые мы присмотрели. Ветер. Вот такой у нас видон сегодня.
потому что вообще резко похолодало. По прогнозу вообще дождь, но слава богу, пока он еще не капает. Ну вот идем, в общем, гулять опять. Вот мы уже пришли домой. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Купили вот такие пижамки. Ну, они, в принципе, почти все одинаковые, рисунки просто разные. Сейчас я померю и покажу вам, как она смотрится. Ну и вот такая чуть другая. Сегодня мы все нашли, что хотели. Ну вот, у меня здесь просто такая звездочка без рисуночка. А там на остальных рисунки здесь такие всякие. Ну вот. Нормальная пижамка. Ну, она на ощущение очень хорошая. Как она называется? Флис. Такая очень мягенькая. Очень приятная к телу, да. Мои ногти прям вообще подходят. Идеально. Вот этот костюм, который мы купили для Насти. Очень мне понравился. Он прям такой зимненький. Чего я себе такой не купила? Можно было всю осень, да, ходить? А что он стоит? Он стоит 12, но нам отдали за 11. Ну, как и мы тогда купили. Ну, он прям вот... Таня, подсними к вам. Здесь тебе светильку дадут. Прям такой с начесиком. Я 1000 добавлю, если что. Зачем вы это? И вот жилеточка. Ну вот не знаю, мне жилетка еле сходится. Не знаю, Настя может похудее меня? Ну ее и не надо, может быть, застегивать. Она и так хорошо. Вот так вот, смотри, как сочетается. Две текстуры разные. Жилетка очень классная, мне нравится. Ну, если чуть побольше не взять? Хоть себе не было. Я прям себе такую хочу. Вот, в принципе, она застегивается. Да, Настя, наверное, по-любому здесь поменьше. Поменьше, поменьше чуть-чуть, да. Так что я думаю, здесь... Ой, я как-то снимаю тебе. Должно подойти. Угу. Вот. Очень хорошо. Вот. Мне тоже нравится. А цвета вот этих костюмов там есть абсолютно разные, как и жилета. Тоже есть и белые, и молочные, какие-то кремовые были, да? Угу. Всякие разные. Бежевые, розово-бежевые. Жилетка стоит 9, за 8 он нам отдал. Угу. Ну, там есть разные жилетки, и 10, и 11. И, по-моему, чуть дешевле тоже угу. были, да? Потоньше, да, эти такие потолще. Но это вот прям осенний такой вариант, угу. когда вот как сейчас погода. Угу. Я говорю, я ее там когда померила, мне прям сразу так тепло стало. Угу. Цвет прям хороший. Ну, лично мне вот черный очень нравится. Угу. Сейчас сразу вам покажу, какой подарочек я хочу передать для своего внучочка любименького. Я взяла ему здесь немножко вещей. Сейчас вам все покажу. Это спортивный костюм, тройка. Ищи, там футболочка должна белая? Быть. Да. Вот белая. Адидасовская. И брючки. Черные, да? Или нет, наверное, такого же цвета. Серый, наверное. Нет, серый, вот серый. Они. Мам, ниже еще, смотри, такого же цвета. Вот. Вот такой костюмчик, но он ему сейчас чуть-чуть большеват будет, но это я взяла на следующий год, потому что Марина сказала, у него сейчас есть два спортивных костюма. Пусть он будет чуть побольше. Марина — это мама. Да, Марина — это мама его. Вот такие штанишки. И к нему я взяла вот синего цвета такая толстовочка. Же. Ну, это просто подобрали. Это спасибо Марине Илак. Она все вещи подобрала без моего участия даже. Собрала сама все мне и передала сюда. Спасибо ей большое. Это просто как джинсики, штанишки просто отдельно. Такие вот штанишки. И вот там зеленая еще футболочка. Вот такая футболочка. Угу. И еще одна там есть футболочка. Угу. Ну и там носочки и трусики. Они не трусики, борцовки называются. 5 штук, по-моему, mm-hmm. да? И носочки. Ну, покажи модельку тоже, какая она прям с пуговичками там где-то есть. С пуговичками не вижу. Все... А, вот с пуговичками. Вот такая вот здесь ширинка как сделана. Это одни такие получаются, одни, да?
Ага. Носочки тоже теплые, простые. Ну, все хорошие, не шипотребовские, все дорогие носочки. Да, вот эти вот 400-500, по-моему, здесь вот, да. Цена хорошая, качество хорошее. И часики я ему купила, еще сейчас покажу. Ну вот, всем похвасталась вам, все вам показала, рассказала. Часы я не нашла, куда-то положила, в общем, чтобы долго не искать, и все. Найти не могу уже. Куда-то положила, не знаю. Купили еще вот такую корейку, или как она называется? Вырезка или корейка все-таки. Ну, сейчас покажу. Вот такую вот копченую у нас зять очень любит. Они все время, когда приезжают, отсюда все время, либо кто-то, ну вот я ездила иногда, когда сами приезжают, все время увозят с собой вот такую вот штучку. И казы, конечно, естественно. Но мы завтра начнем уже упаковывать сумку. Если в нее позволит место, значит, мы колечко купим, ей увезет. У нее, видите, она без багажа, ей можно провести только 10 килограмм. А мы там уже шмутья что-то понасобирали. В общем, завтра все посмотрим. И потом уже решим. Ну, как вы поняли, мы, конечно же, пришли опять пить чаек. Пока мы опять ходили, мама здесь напекла нам такие шанечки какие-то. Медовые она, что ли, сказала, или какие? Mm-hmm. Ну, в общем, вот такие печеньки она нам испекла. Mm-hmm. Мы поставили чайничек, сейчас будем чаевать. А потом еще удивляемся, почему не жилетка не сходится. Ну все, ребят, как всегда, по традиции, я с вами прощаюсь. С вас лайки, комментарии, подписки. Пока-пока.